Пострадавшие во время январских событий алматинские предприниматели получат компенсацию на этой неделе. Кому и сколько выплатят, решит региональная комиссия по определению имущественного вреда. В ее состав вошли 44 человека. Это сотрудники департамента полиции и госдоходов, представители палаты предпринимателей, аудиторов, профессиональных независимых оценщиков и общественных организаций. По итогам заседания стало известно, что действующий механизм несовершенен и требует доработок. К примеру, выявлены случаи, когда, согласно действующей методике, сумма ущерба может быть ниже суммы к выплате. Были случаи, когда предприниматели высчитывают по методике годовой оборот, а их бизнес открыт всего 2-3 месяца назад. Нюансов много. Мы рассматриваем каждый случай в индивидуальном порядке. А в случае несогласия с суммой выплаты предприниматели могут обратиться к оценочным компаниям, список которых размещен на сайте «Инфоказахстан». А если бизнесменов не удовлетворит оценка аудита, следует написать заявление в полицию, назначить судебную экспертизу и подать иск в суд. Во время заседания комиссии от пострадавших предпринимателей поступило всего 62 заявки. Но только двое из них смогли предоставить полный пакет документов. Они получат компенсацию в ближайшие дни.